Фу, чё за сикарашка? Я арестую тебя. Ну никакие мы серьезные, блин. Ты пришел. Да, за тобой пришел. Так, минутка фан-сервиса. Так обстоят дела сейчас. Кредо! Ты знал с самого начала. Как ты смеешь повышать голос при его святейшестве? Этот наглый мальчишка обладает демонической силой. Бред. Бред? Не считай меня идиотом. Он разве не твой подчиненный? Он воскресил Ямато! Это все ты и виноват! Он твой человек! Кредо! Да, ваше святейшество. Ты можешь арестовать мальчишку? Если таков ваш приказ. Но кто тогда выследит Данте? Я найду Данте. И ты гарантируешь его поимку? Безусловно. Рады видеть ваше святейшество в добром здравии. Она надежна? Она принесла нам меч Спарды и ускорила сотворение Спасителя. Но мы ее почти не знаем, не так ли? И это обеспокоит нас только если возникнет кризис. Что же до ее личности, я уже навел справки. Итак, Кредо, отыщи нам Неро и Ямато и верни обоих мне. Как прикажете, ваше святейшество? Этот наглец Неро, похоже, неравнодушен к сестре Кредо Кирии. Он неоднократно взывал к ней по имени. Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Nexon Sleep, и мы с вами продолжаем играть Devil May Cry 4. И у нас с вами миссия 7, Змея-искусительница. Пройти через руины леса. Давайте начнем. Итак, нам надо найти, судя по всему, Данте в этом безумии. И что-то у нас еще Глория, она какая-то мутная, что-то замыслила против нас. И, может быть, она даже хочет и предать Кредо там, свои какие-то мотивы преследует. Пока что ничего не ясно. Ну ладно, давайте пойдем дальше, посмотрим, куда нам вообще, что делать. Долина ветров. И у нас он, судя по всему, парни опять. Проснулись, я уже слышу этот звон, ты его тоже слышишь. Так, отсюда не пройдем. Нужны эти хреновины, как они уже называются, лезвия, которые крутятся, чтобы дверь разрушить. Блин, плохо, что это Неро не умеет так же, как Данте, в воздухе делать рывки. По-моему, в пятой части он тоже этого не умел делать, если я не ошибаюсь. И у нас только тут одна единственная дверь. Разрушенная часовня. А вот это новенькие какие-то. Ебать, вот этот цветочек. Ух. Нам новых мобов подготовили. Стой, давай только вот так сделаем. Чтоб не париться с ними просто одним ударом. А нет, он их не ваншотит. Кто сносит? Тоже неплохо. Вообще на изи.
А, и у нас с тобой две... О, нифига, осколки. У нас с тобой две двери. Одна повыше. Блин, зачем я их собираю, если он мне и так все прокачано? Стоп. А, давай зайдем. Нифига себе, вот смотри, что я нашел. Твоей рукой... А, да понял я, что не сломать. Я тут совсем за другим. Не знаю, зачем я их собираю, но, блин, мне прикольно вот эти разрушать. По фану. Да, блин, не туда стреляй. Тупо эти сломай. Все. У нас, напомню, с тобой аж на почти 200 косарей осколков. Я не знаю, куда их деть. Вообще без понятия. Пушки нам новые пока что не дают. Хотя мы прошли уже, ну, блин. Не сказать, что половину, но я думаю, треть игры за Неро мы прошли полюбас. О! Ебать! Стой, 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 стой. Я чуть это не обкекался. Чуть не обкекались с тобой мы, не упали. Опять эти, которым надо как-то вот так притягиваться. Здесь тоже. Опять какой-то переключатель. Давай сломаем. Блин, надо было так просто ударить. Ага. Но. А эти, короче, помедленнее появляются. Типа нам такой челлендж устроили. Фига себе. О, бля. Суки, вы суки. Где выход? Неужели вас надо убить сначала? Блин, вы суки. Я не хотел падать. Это я лошара. Просто взял и упал из этих пидоров. Вонючих. Хюри. Ури. Да. Что-то не вижу, что ли? Хюри. О, да. Стоп. Блять. Все. Короче, че я парюсь? Просто их можно так ручкой и все. Сосать, лежать. И все. Вообще изи. Рука здесь решает абсолютно все. Блин, опять это активировать. Сука. Как они меня бесят. Ты куда стреляешь? Я вообще не туда направил. Сам прикол в том, что он даже, блин, в заряженном виде фига не сносит. Ну так, одно это фиговина. Ха, лох. А нет, он не лох. Он научился летать. Ну-ка, давай. Я Люся. Я реально Люся, я мог бы, короче, это взять у него вот это вот сейчас выкачаем, и он упадет. Лол. Ой. Фига. Стоп. Стой, не пугай меня так. Да, стоп-данк. А чё она делает? Стоп. Нет, я не попадусь. Второй раз, сука, я на это не попадусь. А вот ты падай. Она так дорогу пристроила. Умно. Лика ляпис. Ляпис, шляпис.
У нас мост. Есть дорога направо. И есть налево. Блин, ну мне направо больше нравится. Скорее всего, туда и надо. Да, сюда и надо. Я правильно подметил. Древняя площадь. Опачки. А кто на этот раз? А, опять те же самые. Они же за этот уровень уже дали нам новых врагов. Значит, в этом уровне мы ничего такого нового не увидим. Ну-ка, вот сейчас стой. Сколько я ему снесу, интересно? Я его убил? Вот? А как я его убил? Я же их не могу шотать. А этого как-то шотнул. Вот это прикол. Наверное, не слишком ватные. По сравнению вот с этими. Да, походу он так есть. Потому что этих я только аж на 3-2 раз убиваю. Ну-ка. Да, вот этих 3 раз. Сука. Я опять сивицы вылупились. Бля. Последний. Ну-ка. А давай так сделаем. И все. Еще один. А, все. Вот. Как я его убил? Кири. О. И еще один. Давай. Последний. Сука, последний. Ложись. И это не... Надо, короче, это... Форму демона немедленно качать. Или как эта форма у него правильно называется, я не знаю. Она больше не на демона похожа, а на какого-то ангела. Фиг знает. Я надеюсь, я правильно пришел. Долина ветров. Или неправильно. Или все-таки правильно. Стой. Блять. Что ты делаешь? Вот. Вот это надо делать. Да. Что-то мне подсказывает, тебе надо дальше отправлять. Полюбас. Ну-ка, это что? Так, это ничего. Стоп. Да. Вали отсюда. Вон, кого-то, мы даже кого-то замочили. Так, ну вот это надо, короче, снести. Желательно. Давай так оно и сделаем. И теперь у нас же тут дорожка открылась. Мы можем сюда пройти. Точняк. Что-то я лоханулся. Вот верный путь. Да. Разоренная долина. Ой, касцена. Окей, смотрим. Фу, чё это за карашка? Еще и большая змейка какая-то. Мутантище. Ебать. Я себе. Да, ты думаешь, меня ты этим остановишь, да? У меня сфера и так есть, так что я не попадусь на такое. Какой-то странный этот босс был. Но по-любому нам дадут возможность с ним подраться. Я вот прям уверен в этом, вот прям чувствую. Что так оно и будет. О да, умри, да. Сука, только эту я не сломаю, походу. Нет, я эту не сломаю. Нет. А нет, сломал. Хоть это было абсолютно бессмысленно, я просто хотел проверить свои силы.
Я их проверю. И я вижу, вон на карте у нас есть статуя. Кстати, плохо то, что они... Не, ну отчасти это и хорошо, что не вели карту. Потому что без карты ты чувствовал себя как-то немножко не в своей тарелке. Я-то прям носил долю изюминки, так сказать. Типа, это же новая локация. Откуда у него может быть карта? Он же здесь никогда, я до этого не был. Так что как-то так. Вместе с Яматой Красная Королева ураганом сметает врагов на своем пути. Если удерживать, а зачем отпустить кнопки? Это заметно увеличит силу атак. И на фоне, блин, они вот умеют... Фига, 105 косарей! Нера сам освобождает Ямато, нанося череду непобедимых ударов. Ебать! У вас ничего, а душ недостаточно? Да вы охренели. Где мне столько душ достать? А, вот и все. Капец. Что я хотел сказать, здесь настолько... Да вообще, в каждой части DMC у них настолько... Охрененно подобрана музыка, когда ты нажимаешь на эту статую божественную, и музыка божественная играет. Прям я не знаю. Мы, кстати, можем, давай купим. Чем мы паримся-то? У нас с тобой, мы сейчас апгрейдимся полностью. Нет, мы полностью с тобой не апгрейдим. Судя... А, вам больше не нужен предмет? Хорошо. Потому что у меня что-то немножко появились экономические проблемы. Сферки кончаются. Но я могу купить жизки. Так, на всякий случай. Мало ли пригодится. Вдруг меня там будут это жестко дудосить. Вот так вот, да. А что это вообще? Одушевленный камень, созданный алхимиками, слегка восполняет магическую энергию. А, ну окей. Точняк. Ну, и святую воду. И можем отправляться дальше с тобой. Опасное приключение. Кстати, блин, что-то я это... Ой, нет. Форму не надо. Я просто хочу хпшки восполнить. А то как-то оно... Некрасиво, что ли, когда у тебя пол хп нет. Ну, само собой. А это даже не змейка, это какой-то дракон. Дракон и змея. Два в одном. Активировал бы форму и все, и разъебинил бы его своим мечом. Чем парится? Лол, у него это что, типа как в Наруто, у него он чакру такой в ноги типа пускает и бежит по нему, чтобы не упасть. Лол. Ох, вот это красотка. Извини, тебе одной выше крыши хватает. Твои ничтожные оскорбления не задевают меня. Ты что ты говоришь? Я разорву тебя на куски. Да попробуй. Это у нас безымянная леди почему-то. Я заметил, что тут не пишут. Может, это вот так у русской локализации не пишут? Название боссов, вот как ее зовут? Вот как эту срань зовут, а вот мне объясни. Мне это так интересно. О-о-о-о-о. Я за ней, короче, не успеваю. Ну-ка. Стоп. Ну-ка. Нет. Что-то она это слишком быстрая, изворотливая какая-то. У нее вообще есть слабое место? Может, надо ей дать себя проглотить? Или чё? Стоп. А, наверное, ее можно
Блин, стой. Да, к ней же можно притягиваться, точняк. Чё я туплю-то? О, мне нравится, да? О, вот это мы расхерачили сейчас её. Ты видел прям, как дамаг нифигово так пронёсся? Офигеть. Стоп. А, точняк. Блин, я, короче, хотел активировать, да, вот тебя. Но не успел, пока на ней был. Сука, она сейчас ушла. Мразота. Короче, ждем момента, когда мы будем сверху. На ней доминировать. И потом мы активируем. Хотя можно было бы сейчас. Ну блин, ладно, я лучше подожду удобного момента. Стоп. Блин, погоди ты. Че? Неудобно как-то в воздухе ее убить. Я не знаю из-за чего. Наверное, потому что я такой криворукий. Потому что весь здесь бой завязан на том, что ее надо тупо херачить в воздухе. И она, сука, не хочет этот свой режим активировать. Давай, давай. Во-во, вот про этот режим я и говорю, да. Блядь. Время постало немножко. Во, неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас идем. О, вот это я замутил. Воу. Вот это было жестко. Офигеть. Мне даже понравилось, как мы это сделали. Но ей не понравилось. Свит! На эсочку, кстати. А чечи мы накопили? Но, давай. Блядь. Стоп. Стой. Аккуратно. Вот, неплохо, неплохо. Блин, тот мешается. Шестерка вонючая. Мне на него, короче, самонаводка бывает наводится. Да, правильно. Молодец, свою же шестерку сбила. Стоп. Воу-воу-воу-воу. Фига себе, смотрите, что она научилась делать-то. Но, блять, стой, стой. О, а мы, кстати, форму полностью накопили. Отлично. Так, стой, нет, вот теперь подождем. Хотя что тут ждать? Просто ебашим ее и все. Ах, разверещалась. Бедолажка. И дома не смей. А, с Ебастьян хотела, да? К подружайкам. Какой позор быть побежденным человеком! Не говори. Только мы не человек, мы это типа получеловек, так что нифига не позор. Ты, да... ты сама виновата, не умеешь, не берись. Ты должна наоборот гордиться, что мы тебя одолели, понимаешь? Тебе мама не говорила не мусорить? Опа. А это новое оружие. Просто способность его руки. Одно из семян ехидны. Этот плод, ее чрево способен одолеть демонические растения. Хм. Кажется, будет плод сири... Рот находится в гармонии с этим странным деревом. Но осколки-то не сильно-то и нужны были. Но все равно спасибо за бонус. Хотя у нас с тобой осколков уже маловато, я бы сказал. Я все успешно потратил. Хм. Опачки.
и конец миссии. Нежданчиком. На эсочку, ашечку, цешечку и будет на бэшечка. Да, бэшечка. Ну, я мог бы лучше, честно. Ну давайте пойдем дальше. У нас миссия 8. Символ веры. Принять свет, чтобы выбраться из леса. Давайте начнем. Древний учебный полигон. О, это типа вход в другое измерение? Или что там, какое-то здание такое? Красивое, с максимальной яркостью стоит. А, да-да-да, братки, привет, но это... Вы же понимаете, что вы биомусоры, и вы мне нахер не сдались. Так, ну-ка. Оказывается, растения, вот эта вся тема с растениями пошла еще в, тоже в четвертой части. В пятой они это более-менее начали еще дальше развивать. И вот что мы имеем. О, нет, это тайник, да? Стоп! Я же здесь был. Погоди, я же здесь был с тобой уже. Нет? Я же здесь уже был. Что-то какая-то это... Немножечко... Неправильно идет событие. Куда мне идти? А, сюда, что ли, опять? Я думал, не сюда. Или эта локация так просто похожа? Да, новая миссия, новый монстр. Это уже как традишн. Ну давай. Ты что-нибудь умеешь? Показывай. О, воу. Тихо. Ну-ка. Сука, стоп. Бле. Ну. Вот так вот швыряем его. Лови. Че я парюсь, их можно же так просто бить. И еще один, давай. Как они больно, кстати, бьют. Что такие дерзкие, знаешь. Не даются нам так просто. И теперь бы мне определиться, куда пойти дальше. У нас тут, а нет, у нас один проход, значит, только сюда. Больше я не знаю куда. Опять долина ветров. Блин, я же здесь был. Неужто надо круги как-то наматывать? А в чем прикол? Блин, тут еще и погодка испортилась. Я вот реально не пойму, мне вот куда идти? Если мы тогда с тобой пошли направо, значит, логичнее. Здесь я тоже думал делать нечего. А, похоже, плод серифот как-то реагирует на эти странные дерева. А, все понял. Я вот тогда просто что-то не обратил на него внимания. А надо было просто здесь пройти под лестницей. Меня что раздражает, я на всякую дичь трачу очень много времени. Вот реально много. Я мог бы с самого начала сюда пойти, но я не пошел, нахер надо. Это доброжелательный лес, но те, кто обращается с ним нелюбезно, канут во тьме. Тем, кто не желает тьмы, следует искать свет. В противном случае все попытки будут тщетны. Так, значит, у нас с тобой три стороны. Ну-ка. Солнечный свет, согревающий все создания, освещает ключ к нашему будущему. Держи тьму позади себя
И отправляйся прямо вперед. Ага. Понятно. Сейчас. Сейчас скажу. Если пожелаете выбраться из леса, не пропадайте во тьме, но лучше обращайтесь с ним любезно, чтобы двигаться дальше. Там, где есть свет, должна быть и тень, но тень ведет только к тьме. Короче, я так понял. Если вот тень падает туда, значит, нам надо идти прямо. Я надеюсь, я не тупой и понял правильно. Так, пока что да. Теперь тень у нас с тобой падает туда. Значит, нам надо сюда. Отлично. Я понял эту загадку. Мы с тобой поняли эту загадку. Ты, я уверен, ты и раньше меня по-любому понял. Просто куда падает тень, надо идти в противоположную сторону. Так, окей, значит. У нас тут с тобой какой-то мостик. И, видимо, нам надо сюда. Древний учебный полигон. А, вот как, значит, надо было добраться. До вот этого вот здания, или чего это? Как будто в другое измерение демонов. Очень уж смахивает. Оно просто неестественно как-то выглядело. Как будто какой-то, знаешь, призрак, что ли, видение. Чё, он такая лестница? Реально, как будто какой-то рай, ад, потом спустишься. Офицерчик подоспел. По его взгляду, явно он не готов сотрудничать такой с нами. Такой миной только на врага идти. Да. Нейро верно подметил. Окей. Тогда у меня такой вопрос. Какова настоящая цель Ордена? И что за тип этот Данте? Не смей требовать ответа от командира. О, как мы заговорили. Обладаешь силой демона. Назад. Я не хочу тебя калечить. Что скажет Кирия? Калечить? Ты так ничего и не понял. Ты тоже демон, да? И ты тоже. А, ну, ну все там задемонились. Я избран совершить следующий шаг эволюции и стать чем-то гораздо большим, чем человек. Я теперь какие ангел. Вы все поехавшие, однако. Нет, Кредо. Ты стал всего лишь демоном. Как командир святых рыцарей, я арестую тебя. Попробуй надеть наручники. Удачи тебе. Ох, какие мы дерзкие-то, а. Давай, покажи нам, что ты способен. Так, ну пока он... Стоп. Стоп. Ладно, окей, сейчас мы его... Подожди. Главное разобраться просто. Ну, он явно не любит, когда к нему нападаешь прям... в лицо, и только надо выжидать момент, вот типа такого, да, момент надо выжидать, когда он не сможет нас атаковать, и такой подходишь к нему сзади, и все. Сейчас подождем. Ох, блять. Блин, зря я активировал. Твоя сила опасна. А, его точно уже потянуть можно. Ну. А, окей.
просто этот Нера слишком медленный. И поэтому не выходит его быстро атаковать. А этот хрен наоборот. Стоп. Бля. Позор, позор, согласен. И у него щит, кстати, покраснел, может его даже сломать можно. Или он его так просто активировал как-то. Хз. Ну-ка. А, нет, я думал, как-то есть какая-то фича. Блять, это заебал. Там кончено вообще. С ним драться даже неинтересно. Он такой, знаешь, вроде и быстрый, а вроде и медленный. Типа вот сейчас он такой не ебать быстрый, а вот когда это самый нужный момент, он становится медленный. И как-то неестественно это выглядит. Сука. Мне почему-то это раздражает. Бля. Ты говнюк. У меня есть звездочки, вот на такой случай я их и брал. Блин, нафига я притягиваю, если... Один фиг, ничего это не делает. Пидор. Окей. И... Окей. Да. Вот так вот. О-о-о-о-о. Ну-ну-ну, давай-давай. Да, я таки знал, что сломать щит можно. Я и думал, неспроста, что он красным стал. Вот так мне больше нравится. Блядь. А, все, опять. Опять это говно щита дело. Но сердце вон. Ну, блять, я лишь специально выжидал. Сука. Но еще живучий такой, я не знаю. Надо как-то момент подловить. Был у меня такой момент, когда вот я ему щит сломал, надо было просто рукой воспользоваться. Но что-то не подумал об этом. Но. Сука. Ну, достал ты. Заебил. 4 полоски. Куда ты успокоишься? Ну-ка. Вот. Про это я и говорил. А у него опять щит красный стал. Но окей, давай, блять, момент просрал, сука. На счет 3 полоски, ладно, как-нибудь справим, как-нибудь справимся. А демонических нету. А давай тебя, давай. Лох ебаный. Лошара. Ну ты и лошара, вот смотри. Это... Ты... Блядь. Ладно, сука. На бобра святую воду юсануть и все.
еще не закончил! А я да. Мы с тобой уже закончили. Отдыхай. Твоя сила увеличилась. Кирия. Кирия. Это его дочка получается? Или как все правильно считать? Нет, постой. Это не то, что ты думаешь. Почему? Почему ты это сделал? Мы хотели уберечь тебя от страшной правды. Ой, ты вообще заткнись там, а? Демон. Ты демон, а ты кто? Ты сволочь! Нера. Нера, блин. Нерас. Не бойся, я пальцем ее не тронул. Так ему и закачу пробовать. Писит. Хотя похоже на то, что твоя привязанность к ней выходит за рамки дружбы. Она тут ни при чем. Отпусти ее! Агнус! Как ты смеешь использовать мою сестру? А? Это мой бой. Окей. Я его закончу. Отпусти ее. Его святейшество предвидел твое поражение и приказал использовать твою сестру. Ну вы им разводы своих же. Яй, это бабочка. Тебе нужно найти ее и поскорее, ибо я не ручаюсь за ее судьбу. Святейшество использовал Кире. Куда он ее забрал? Обратно в штаб? Думаю, что да. Нера, оставим наш бой на потом, пока я не выясню всю правду. Как дела-то повернулись, забавно. Окей. Значит так, мы заговорили. Теперь мы сотрудники еще с тобой. Щит Эгиды. Щит, ранее принадлежащий Кредо. Тот, кто им завладеет, получит новый источник силы. Бля, так это что? Что надо? Удерживание, совершив захват, продолжать удерживать Б. А, окей, просто мобами это. Обороняться. Неплохо. И да, конец миссии. Кто бы сомневался. Бэшка А и Д. Ну опять бэшечка. Вот сука. И ноль душ. А может я просто пропустил. Ну ладно. Мы еще одну миссию успеем. У нас один выпуск, три миссии. Чтобы по красоте было. Миссия 9. Ради тебя. Найди похищенную Кири. Я просто не люблю делать по одной игре 1 миллиард выпусков. Это как-то, не знаю, неправильно что ли. Часик вот, ну может 40 минут, это самое оптимальное еще. Меньше 40 это уже, ну такое себе, как по мне. Вот, потому что бывает такое, что делаешь выпуск, а на второй день у тебя просто физически не хватает времени, а так у тебя есть один большой часовой выпуск и более-менее нормально. Своих же пошли. Так, а это кто такой? Ты командор? Они какие мои серьезные. О, блин. Командор это. Синий мужик, ща, давай. Давай, давай, сука. Окей, давай это, блядь. Бля. Просрал режим, хотел выебнуться перед ними, но я режим просрал. Ну-ка, давай, да, вот так. Так, ну, хотя бы так сделали. О,
Оу. Ему, короче, это... А почему-то я нажимаю Б-шечку. Он его не хватает. Может, на них это не действует, что они считали? Сука. Блин, обидно. Ну... Вот. Он вообще не поддается. Нифига себе, он камикадзе. Вот так, сука. А что, не нравится, да, мразь? О, на прогиб. Найс. Милос, командор. Бедолага, командор хотел это нас отлупать, но ничего не вышло. Парадный зал. А, и у нас там еще какой-то... Бля. Да, вход есть. Но он сейчас заперт. Но карты говорили, что там есть проход. И... Древо. А. Короче, древо убираем, мост опускаем, проходим дальше, кайфуем, наслаждаемся. Сейчас идем, наверное, в ту... А, нет. О, ловушка появилась. В ту дверь, да. Которую я и хотел пойти раньше. Я видел игру наперед. Но игра была против. Бля. Сука. Ладно, засчитано. Ох. А мы, короче, это раньше прошли. Ну-ка, стоп. Опять командор, да? Бля, теперь каждый раз с ним драться, что ли? Ну, блин, это не прикольно. Вообще не прикольно. Знаешь ли? Бля, вот. Как ты посмел? Ублюдок вонючий. Суки. Офигеть. Я вон твоих братков это на прогиб кидал еще. Сейчас я тебя кину, сука. Ну-ка. Стоп. А, он не дается. Видимо, надо выждать. Стоп. Заебал. Нет, вообще никак. Ну-ка. А если... Нет, нас вообще не впускают отсюда. Это своего рода новая преграда. Блядь. О, сломал щит. Блядь. Стоп. Во, окей, все, на прогиб кинули. Заебись. А, он щит вырастил. Мразота. Вот, минус один. Сейчас второй будет. Точнее, уже третий. Бля. Да ты достал. Ну, все. Гад. А, нам вообще даже не туда надо было. У нас с тобой тут какая-то новая запчасть. Даже песочные часы вроде как похожи. Ключ Хроноса изготовлен из концентрата магических энергий,
способен управлять пространством и временем. А, хрен... Хронорез. Хотел прочитать хренорез. Устройство при остановке времени, исследуемое отделом технологии Ордена Меча, устройство не доведено до ума, и поэтому остается активным только короткое время. Если у вас есть ключ Хроноса, нажмите B рядом с хронорезом и замедлите течение времени. Давай замедлим. И убежим. Отлично. Латная перчатка. Латная, латная. Как правильно, не знаю. Окей, это лифт. Значит. Значит, тут ничего. Нет, мы рукой пока не можем. Да это и не надо. У нас так, хпшечки теперь фуловые. Нам вообще не нужно больше никакие кристаллы там собирать, осколки. Ух, я не удивлен. Они во всех частях DMC. Если, сука, есть какой-нибудь лифт, куда-нибудь надо подниматься, то тебе обязательно кинут орду моб. Чтоб тебе, знаешь, ну, скучно не было это. Своего рода такая разминочка. Могли бы уж оригинальнее как-нибудь быть. Там, я не знаю, зажигательный пол. Там шипы в лифту. Ну, что-нибудь такое. А то как-то, ну, не знаю. Поднадоело, что ли. Так, окей, тут остановка времени. Ой. Ой. Да. Ой. А я проскочил? Да, я проскочил. Фига, я просто на карту не смотрел. Блять. Сука. Угу. Вали отсюда. Не мешаем, мы тут работаем. Нам надо спасти Кирия. Они тут появляются, да все появляются. Шестерки. Стоп. Да, вот так. Нет, не так. Вот так. А теперь так. Теперь правильно. Тебе мало? Тебе действительно мало? Вот. Я думал, он опять встает. Они живучие до жути. Так, стоп. Здесь, значит, вот так. Бежим. Ой. Блять. Че я творю? Сука. Кто-то немножечко дурик. И кто-то это я. И кому-то сейчас будет очень больно, если он не выпьет это. Ой. Так, стоп. Вот серьезно. Ой-ой-ой. Окей. Еще одну. Значит. Блять. Да. Ой, мать. Стоп, ждем. Вот я лошара. Вот я лошара. Офигеть, какой лошара. Блин, тупо просрал две звезды. Умри, да. Вот отлично, лучше бы в замедлении с ними дрался. Стоп. Стоп, подожди. Я хочу удерживать.
А, нет. А в чем прикол? Какой-то тупой щит, знаешь. Я думал, они будут по нему типа бить. Оно что-то... Я не понял. Или урон смягченный идет. Странно. Но смотри. Вот пусть ударят. По мне дамаг идет. В чем прикол тогда обороны этого щита? Сомнительная какая-то способность. Очень сомнительная. Я бы даже не назвал это способностью, а просто это. Такие вот, у нас есть новая фишка в геймплее, но она хреновая и правда не очень-то и работает. Ну, главное, чтобы она была. И все. И полезна ли она так на самом деле? Вообще насрать. На выход у нас здесь. О, ну спасибо, о, великий вам за зеленую сферку. Комната Агнуса. Да, за тобой пришел. Что ты сделал с Кирие? Посмотри, выясни сам, если сможешь. Но не думай, что я буду с тобой так же мягок, как в прошлый раз. Да без базара, давай. Если я должен убить тебя, чтобы спасти Кирие, я готов. Давай, щенок. Ух. Он, короче, первый удар начал, ладно, это вызов принят. А чё ты? А чё ты убегаешь? Я не понял. Как я форму активировал, то всё, да? Штаны наложил? Стоп. Подожди. Блять. Форма кончилась, всё, теперь можно выёбываться. Ну, с ним, кстати, гораздо приятнее драться, чем с тем выродком в предыдущей миссии. Но, блин, там вообще какое-то издевательство. Настолько был какой-то неудобный и раздражительный. А этому просто подходишь, бьешь его, он даже тебе ничего сделать не может. Красота, а не босс. Блин, а что ты притягиваешься? Только мне бы звездочек было бы неплохо. А хотя у нас с тобой есть святая вода. О-о-о-о. Да, а у нас с тобой еще есть святая вода. Оу, да, щит, да? Больно. Еще у нас с тобой есть вот вот это, да, именно. Сука. Говнюк, он спрятался. Сейчас ты меня будешь танцевать. Ну? Ну? Все. Отдыхай. Будь ты проклят! Проклят! Я тебя убью! И это все? Тогда надо тебя убить, чтобы не мучился. Давно бы пора. Гвардия подъехала. Довольно, Агнус. Иди и готовься к активации. О, командор прибыл. И как долго это продолжаться будет? Суки. Отпусти ее! Кирия! Нера. Нера, блин.
унаследовал силу Спарты. Все, пацаны, Тоби вам пиздец. Вы разозлили Нера. Кстати, а где Данте? Мы что-то его два раза всего лишь видели. За 9 миссий. Как-то оно странно. А, и на этом конец миссии. На удивление. 11 минут. Эсочка, бесочка, дэшечка. Ранг охотника на демонов 24 219. Неплохо. Затвердили. А, вот сейчас мы мост, кстати, откроем. Вообще ништяк. И пройдем через центральный вход. И у нас миссия 10. Овеянный славой. Положить конец планам его святейшества. Комната Агнуса. Хорошо. У нас, я так понимаю, дело идет, мне кажется, к финалу, не? Просто как-то события очень быстро идут. А это у нас уже 10-я миссия. Опа-на. Кто выключил свет? Понятно. А вот и новый. Новый. Те по одному делают. А, не новая, а новая. Какая-то бабенция. Хорошо. Ну давай, подходи. Стоп. А да, мы же так его можем. Форме все захерачить. По-быстрому. Ну, давай, 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 давай. Вот так, по красоте. Блять. А, еще. Раз. Стоп, и одна осталась шкура, главное. А у нее я не могу, короче, украсть эту. Она хитрая, она все продумала. Только пиццу не ногти острые. Херачит только так. Блять. Вот это уже, да, вот это жнец. Который был раньше, в третьей части. Он будет и в пятой части. Похоже, по крайней мере. Потому что вроде вот это ножницы у нее. Стоп. Так у нее нельзя этот украсть. Она не дается, сука. Так просто. О, попалась. Отлично. Еще раз. Бля, ей урон остался. Все. Крейзи. Блин, эти бесконечные комнаты с этими тупыми лазерами. Они меня так нервируют. А, короче, дважды придется еще и пробираться. Окей, 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 давай, давай.
как-нибудь не пройдем мы с тобой как-нибудь. Блять, вот я идиот, пиздец. Ну давай так аккуратно. Блин, тут тупая камера, сука. Нет слов. Реально нет слов. Просто мозговыносящая хрень. И нам придется еще и прыгать. Ну, так, значит, тут вот так, тут так. А тут с первой попытки прошел. Ну как так-то? Ару. Только давай так вот сделаем. Куда дальше? Алло? Не сюда? Ключевая комната. Бля, опять с вами драться. Я же здесь был. В чем прикол? Пиздец. Вообще не поддается, будто бы. Я в ахере. Ну еще и он четверажно. Посмотри, что вы думали. Прям заговор. Это настоящий заговор. Охренеть, какой заговор. А, в троечка встали. У них прям комбинейшн от бога. Сука. Ебать. Ну нахер. Стой. Отлично. Минус один. Минус два. Блин, и минус, сука, три. А нет. Фига себе, он еще и живой. Я думал, я угру. Все. Хотя мог бы с самого начала проскочить. Пусть не подробности. Парадный зал. А, точно, нам же сюда теперь надо. Че это я совсем, блядь, по мостику уже. Не, ну окей, нам получается так надо пройти. Коридор безопасности. Но я вижу, какая тут безопасность. Сама, сука, безопасность. Ох. Бля. Бать, хардкор. Нет, нам дополнительное не надо просто. Стой. Вот это безопасность. Оу, там еще безопаснее. Это... Ни хрена себе. Вот это она крутится, с какой силой. Прикинь, ударит по нам. Нера охренеет. Но. Один. Два. Три. Четыре. Ну, четыре удара на него надо. Он по-другому, сука, не понимает. А, все, отлично. Еще один, да? А, вот это главная сучка. А, не поддается, надо, короче, подождать. Да,
Вот этого надо было подождать. Не нравится, да? Ух, чуть-чуть. Пару серьезных ударов. И она готова. Все. А, еще что ли? Фига себе, ты крепко. Ты меня прям поражаешь. И это... Ключ Хроноса начинает вибрировать в резонанс с механизмом. Вы использовали ключ Хроноса. Нам, короче, туда надо как-то пробраться. Как-то, блин, безопасно. Максимально. Капец, у меня голова кружится от этого безумия. Блин, реально, у меня прям тошнит. От этой... О, вертушки. И... Блядь. Сука. Я думал, это не на время. Ору. Просто... Ору. Я надеялся, что мне хотя бы здесь дадут поблажку. Блядь. Сука. Стоп. О! О, да ну нафиг. Утилизатор. Фу. Меня же затошнило. Нафиг. Такие переходы. О, командор подъехал. Огонь, командор. А, нет, не командор, похоже просто. Сусака был очень похож на командора. Бля. Ну. Бля, да вы что, угораете, что ли? Огонь. Огонь, огонь, огонь. Стоп. А может, зря я это вообще делаю? Какой черт вообще это надо делать? Тут же нет преград, ты можешь просто бежать. Че я парюсь? Талисман крыла начинает вибрировать в резонанс с механизмом его использования. Да-да-да. Че ты дрался с ними? Зачем я с ними вообще дрался? Вот дурик. Ну-ка. Да, тут нет выхода, значит, только вот сюда. Это тупая камера. Конференц-зал. У нас тут собрание с великими чинами сейчас будет. Будем обсуждать очень важные вопросы. Вон у нас первые кандидаты, которые, сука, надо устранить. Блёд. Два командора, ну это жестко. О, отлично. О, что, не нравится, да? О, сука. Блять, стоп. Ну. О, два. Ебачо, значит, он двойной прогиб сделал. Прям Джеки Чан. Так, окей, а может давай все-таки закупимся? Что у нас есть вообще тут? Предметы. О, у нас очень мало. Я все потратил. Святая вода. Давай купим святую воду.
Эта мода, вода отпугивает демонов, наносит большой ущерб врагам вокруг. Окей, одну купили. Что еще мы можем? Мы можем купить... Впрочем, давай купим тебя. Одну. Купим... тебя. Купим тебя. Блин, больше не могу. Не хватает. Значит, я могу купить еще... Могу. А могу тебя. И давай... О, тебе. По красоте все потратили. И заебись. Давай зайдем к нашему боссу. Там полюбас нас ждет босс. Это инфосотка. Прям гарантирую тебе. Я тебя заждался. О, здорово. Ты... Что ты здесь делаешь? Неважно. У меня нет времени. У меня тоже. Поэтому буду краток. Ни хрена себе. Я пришел за мечом. И на роще насрать. Это клинок моего брата. Верни его мне. Данте, но я бы тебе его вернул. Типа... Ну, Неро не хочет этого. Посмотрим, какая у тебя будет. Мы-то тебя знаем уже. А вот Неро тебя не знает. И вряд ли согласится так просто дать тебе клинок. А. И придется решать силы. Дам тебе полезный совет. Старших надо слушаться. Блин, я уже это говорил, но Данте здесь какой-то, сука, я не знаю, толстый, что ли. В пятой части он вообще прям, заебись его, сделали его. Ну а тут какой-то, не знаю, как будто мужик какой-то, не знаю, смотрит футбол, пьет пиво и заедает чипсами. Вот так Данте здесь внешне выглядит. И что-то он, блин, ебашит. Только так. Сука. Ни хрена себе. Ебать. Слушай, Данте, это без обид, если что. У нас тут... есть козыри. Такие небольшие. Да. Это не совсем правильно, но... Все знают, что ты нас и так отмудохаешь, и мы не будем с этим спорить, и давай это... Чуть-чуть повыпендриваемся. Немножко пойдем, сука. Нестандартным путем. Да, да, вот так. Все. Ты знаешь, что ты нас убьешь. Опа-на. Но это нелогично. А вот это логично. Неро, успокойся. Остыл, пацан? Просто не знаешь, с кем связался. Грозный. Ты что, с самого начала играл со мной? Этот меч, он ограждал наш мир от мира демонов. Нельзя, чтобы такая мощная штука болталась где не надо, а? Ей место в семье. Он нужен мне. Ну, забирай. А теперь, когда ты подостыл, давай топ. Эй! Зовут-то тебя как?
Неро. Ты Данте, да? Хорошее имя. Ничего себе. Твое тоже. Вот это знакомство. Так, минутка фан-сервиса. Этот видок тебе идет. Все мужики мои. Ты уверен, что его стоит отпустить? Вау. Да, думаю, он выдержит. Конечно, это не мое дело, но все может кончиться печально. Ну, если пацан лажанется, мне придется его отшлепать. Триш внезапно появилась так. Я, кстати, вообще об этом не думал, что Глория это Триш как-то. Я думал, это новый персонаж какой-то. Что-то поворотится. Когда не думаешь о какой-то детали сюжета, а она бац и выстреливает в тебя. Блин. Это было нежданчиком для меня. Ну что ж, на этом, думаю, можно закончить данный выпуск. И в следующем выпуске мы продолжим. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк под этим роликом. Также не забудьте подписаться на канал, делитесь своим мнением в комментариях. Ну и рассказывайте своим друзьям. Ну а пока что на этом все. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.